на встроенной вытяжке бренда Stoff, модель HGL White. Данная вытяжка сделана под брендом Stoff на заводе Ката по совместным проектам. Для начала, чтобы подготовить вытяжку к монтажу, нам необходимо извлечь два жироукладывающих фильтра. Нам понадобится шуруповерт, который мы переводим в режим реверса против часовой стрелки. И подготавливаем монтажные клипсы непосредственно к монтажу. Ужимаем их. Начинаем проворачивать против часовой стрелки. Клипса ужалась. Также мы делаем и со второй стороны вытяжки. Также против часовой стрелки ужимаем клипсу. Клипса утягивается. И подготавливается уже непосредственно к самому монтажу. Для монтажа мы специально, чтобы показать вам, вернее, процесс монтажа, мы подготовили ящик специально. Монтажные размеры 260 мм на 460 вырезали. Обратите внимание, сверху крышки нету. Мы вытяжку будем устанавливать так, чтобы вам был понятен процесс зажима монтажных клипс. После чего мы вставляем вытяжку в монтажный проем. Вот. И спокойно там, если на весу, придерживаем и начинаем зажимать. Переводим шуруповерт в режим зажима по часовой стрелке и зажимаем. Обратите внимание, что происходит с клипсой. Она разжимается и начинает притягиваться к ящику. Все, вытяжка, одна сторона прижалась. И также мы делаем с другой стороны. Обратите внимание, как происходит процесс. Зажимаем, клипса раскрывается и притягивается к ящику. Все, вытяжка у нас уже установлена. Далее мы потом вешаем выход, подсоединяем воздуховод. Вытяжка в ящике находится надежно, крепко. Обратите внимание, как будет расположено управление под углом 45 градусов. Все для удобства управления данной моделью. И также расположен спереди след, что очень удобно. В общем, пользуйтесь вытяжками бренда Stoff. Надеемся, информация была вам полезна.